все под звездным контролем. Корзиновые круглые. Ну, карликовые. Ну, Нил. Маленькая. Тут сфера бедная, тут крупные. Медиокр. Это как в стиле наследия, только она маленькая. И зима была, что? И тут живет уже кто? Короче, если инвестировать 400 миллиардов литров в BC, бильярд коин. То будет производить 10. Это 5 фунтов. Да, 40 на 5, 8. Это 80 туров. Ну, потому что сколько дальше. На одну планету, а если будет еще на две планеты, то будет 40 туров. Всего. Ну, потом в плюс. Анархия. Демархия. Две. Ну, да, 20 населения, 5 это будет 10. Да можно инвестировать. Вдруг. Прибавится планета, они сейчас двух будут накачивать. Надо подумать. Да, Миша. Нет, надо подумать, что его. Откуда выпустить корабль? Ну и гидро 10 тонн будет там занято. Не появится. Тут брал 5,5 урок 30. На крейсе, на крейсе. Можно кого-то выпустить. Супер. Можем с этой. Но сюда можно перекинуть. Ну, он типа под форсажем даст этот. Видишь? Ну, надо 6 туров показать, когда тут не появится, но потом он тут тормозил. Сильно. Ну, закончим вот дальше там, как я. Терраформинг. В принципе, наверное, ничего не будет. Ну, надо токсик не купим, если мы купим его группу тату. И сильно напоминаю. Ну, чтобы не было защищать. Две планеты, они рядом будут. Если что, тут флоты выпустят. База будет все это. И не будут больше приносить. Ну, потому что через 10 туров уже накачивается там. Полсотни приносит. С этого. А там же нанесло туров 20. Все, готово 800, если хочешь.
Не в этот ход. До 746 мы будем еще качать. Плюс 20, плюс 10. 20 и 10, 30 миллиардов в эту. Так что... Мы с крейсер запустили, все деньги достались. Ну, какие-то награды. У нас доходность выросла и еще вырастет. Мы просто специально отсылаем гражданский с вирус, а потом наросло еще население да, туда. Вообще могли вот это все запустить. Так не выгодно. Все. Выгоднее вот гидре. За этот момент вырастет население. Я буду перекидывать туда. А это только два. Вот тут то есть гидра может несколько троих. А Ферос выпустит. Пару колонизаторов. Ну и один туда бонус. Уж от чего откуда это бонус. Но гидро и тому будет. Да. Юниты. Миллионы, да. На нее убивает. Нью 4. И потом, ну, возможно, сюда. У нас было 1800. Мы прибавили в прибыль потом. Тур остался, тур остался. Сейчас вылетит корабль. Сейчас вылетит большой космический салон. Вообще транспорт на сорока зашел. У него 8 оборудований. И все на план. На этот столице и стоит аванпост на гидру. Кстати, кто-то пробьет здесь ход над гидрой, например. Гидру не подъедет. А куда-то ему лететь сюда. Сюда он на столицу заманится. Контр, да, контрспин. Это не скоро тут крейсер так. А если сюда он полезет, то пробивать надо, зачем когда колонизируют. Тем самым, что ну лететь тоже, что он даже если долетит сюда, то как бы в тыло выйдет. Ну здесь, ну я тут кровь. Ну такая как бы типа пока. Рационально. А здесь тут строится, чтобы если их просто ну, всякое бывает, подлетел. Если змей их не сожрет, то клади. То они здесь, можно этот корабль тут отвисали, чтобы тут приняли. Если тут кто-то выбрался, то тоже перейдет. А если здесь висит, так уже задали ход. Ну с планеты, если что-то взлетело, куда-нибудь. Сюда он может висеть, как только монета может сюда прийти.